Да, подходим, берем цветочки. Так. Берем цветы. Совершенно необыкновенную акцию. Да. Вы посетите места, где захоронены и наши москвичи, и те, кто защищали и были на обороне нашего города. Мне кажется, нам сегодня с вами повезло и с погодой, и с настроением. И, конечно, наш комитет общественных связей и молодежной политики от всей души прежде всего вам желает крепкого здоровья. 20-й год у нас с вами юбилейный. Много мероприятий впереди. И самое главное, чтобы вы были бодрые, с хорошим настроением и с хорошим здоровьем. Так что успехов вам сегодня. Уважаемые ветераны, товарищи, сегодня особый день неизвестного солдата и канун 5 декабря начала контрнаступления советских войск под Москвой. И, наверное, символично то, что мы с вами вместе олицетворяем весь отряд московских ветеранов, отмечаем этот день. Особый день в истории нашей Родины. В 1966 году, в честь 25-летия начала разгрома немцев под Москвой, был перенесен остатки Ленинградского шоссе солдатов и захоронен он был здесь, у Кремлевской стены. И отсюда мы начинаем. Дань отдаем памяти нашим защитникам Родины, положившим голову у стен Москвы. И вы разъедетесь сегодня памятным местам, мемориалам, памятникам. Я думаю, что это, наверное, правильно. Память должна всегда держать то, что было в истории нашей, и то, что совершил наш народ, героический подвиг, уничтожив фашизм. Спасибо вам большое. Ура! Thank you.
На сером граните прохождение торжественным маршем, после чего будете проходить. Дайте, пожалуйста. Есть.